На востоке Казахстана полным ходом идет посевная кампания. В этом сезоне планируется засеять около 1,5 миллионов гектаров земли. Площади полей уже увеличили на 20 тысяч гектаров. Особое внимание уделяет применению современных влагосберегающих технологий. К примеру, в Зыряновском районе на поля вышли 50 новейших посевных комплексов. Такая техника позволит не только бережнее использовать земельные ресурсы, но и значительно сократит время весенних полевых работ. Только в прошлом году в районе на закуп нового оборудования затратили 387 миллионов тенге. Больше средств выделяют и на приобретение удобрений. За последние 7 лет финансирование этой сферы увеличилось более чем в 10 раз. В этом году мы увеличили применение удобрений на 6800 тонн. Это два раза больше по сравнению с прошлым годом. Если сравнить с 2010 годом, это получается у нас 15-20 раз.